Привет всем! Сегодня узнаем, насколько мощный аксиал в шестом масштабе и сколько потребуется десяток, чтобы утянуть его. И вообще, смогут ли они это сделать? Итак, сначала один гладиатор попробует. Раз, два, три. Вообще просто в ноль. Работает. И небольшой газ даем на шестом масштабе. Легко увозит. Дальше подгоняет Гелендваген на помощь. Тоже 4 на 4, естественно. Он такой мелкий. Итак, два ведра против огромного. Раз, два, три. Ну же, смотрите, пытаются, но никак. Давай, Акс, погнали. С легкостью увозит их. Итак, дальше подъехал древний Land Rover. И сейчас они втроем попробуют уже. Давай, раз, два, три. Ну какие-то, смотрите, шансы есть, попытки. Диман, поверни Land Rover немного, да? И теперь Акс дает газа. Вообще пока легко едет. Итак, дальше добавляем спарку колес. Вы знаете, он практически был победителем. И у нас уже 4 мощных внедорожника против одного. Раз, два, три. Тянут. Акс, давай! Ну, что? Смотрите-ка, неплохое сопротивление идет, но тянут его. По-любому, вижу, что он все утягивает точно. 4 автомобиля потребовалось, чтобы перетянуть аксиал в шестом масштабе. На самом деле, невероятно. А дайте-ка мы включим вторую скорость. Где у нас вторая? Ну, не помогает, к сожалению. Ах, старается как может. Все уже уехали, откуда? Включил на аксиале вторую. Готов? Раз, два, три. Погнали. Не помогает, к сожалению, количество оборотов. Все так же утягивают его. Если не будут, конечно, это делать в разные стороны. Но кто-то уже забуксовал в снегу. Смотрите, что творит. Он может делать это вечно, просто. Взял и всех потянул. Если вы с кем-то пришли на покатушки и у всех сломались тачки, то у вас есть возможность помочь им и отвезти в ремонт.